На пульт диспетчерской службы сигнал о пожаре поступил в 9 утра. К моменту прибытия огнеборцы обнаружили, что огнем полностью охвачен двухэтажный дом, который уже догорал. Пламя перекинулось на баню, расположенную на соседнем участке. С помощью нефтекамских коллег огонь удалось ликвидировать. Среди людей пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Предварительная сумма материального ущерба – 1,5 миллиона рублей.